Добрый день, коллеги. Меня зовут Дмитрий Кремесь. Я инженер технических решений компании SoftProm. Сегодня я расскажу вам про возможности Dassault System в области дискретного производства, а именно решение Perfect Production для упакованных товаров широкого потребления. На слайде представлены основные задачи, стоящие перед компаниями с дискретным производством. Это повышение точности прогнозов для обеспечения выполнения заказов и расчета уровня запасов. Это реагирование на запросы клиентов в многоканальном спросе в сжатые сроки. То есть короткие сроки поставки, качественная продукция, своевременная доставка, хорошее обслуживание клиентов и хорошие цены. Производители торговых марок должны оптимизировать каждый аспект своей деятельности. Улучшение планирования производства, так как плохое планирование приводит к несоответствиям в потоке продукции, вызывая производственные сложности и снижение производительности. Это приводит к нестабильности производства продукции, большому объему запасов, длительному времени цикла, увеличению затрат и сокращению обслуживания клиентов. Далее эффективное управление растущим количеством складских единиц в цепочке поставок. Далее улучшение синхронизации материальных потоков между поставщиками, складами и производством для устранения простоя ресурсов, то есть запасы, люди, оборудование и так далее. Следующее – это поддержка производственной гибкости в контексте любой продукт, любой завод, то есть возможность наладить широкий ассортимент продукции под любой запрос заказчика. Давайте начнем с архитектуры предприятия. На типичном крупном производственном предприятии система ERP отвечает за определение того, какие заказы должны быть выполнены, где они должны быть выполнены и когда они должны быть отправлены для удовлетворения требований клиентов. ERP иногда с помощью специализированных систем планирования мощности оптимизирует ресурсы производителя для составления производственного графика завода, чтобы удовлетворить набору заказов клиентов. Производственный график дополнительно уточняется для создания подробного производственного графика. Этот подробный производственный график может быть создан либо в ERP-системе, либо MES или MOM-системе, в некоторых случаях специализированной программой, разработанной для оптимизации имеющейся на заводе оборудования. МЭС отвечает за координацию ресурсов завода для выполнения подробного производственного графика, направляет операторов, отправляя заказы на работу в нужное рабочее место и в нужное время, а также обеспечивает доступность необходимых ресурсов для данного этапа производственного процесса. МЭС координирует эту производственную деятельность с другими функциональными областями предприятия для повышения эффективности производства и увеличения использования активов. Если говорить о наших решениях в области продуктов широкого потребления, то у нас два направления. Первое – это Perfect Consumer Product, то есть идеальный потребительский продукт. И здесь мы предоставляем инструменты для социальных идей, с помощью которых осуществляется обработка запроса. Непосредственно здесь же сбор информации о рынке и тому подобное. И, собственно, зарождение идеи продукта. Дальше широчайший инструментарий по дизайну продукта, эскизный 3D-дизайн, рендеринг, VR и так далее. Ну и сам инженерный модуль для определения 3D-облика продукта, включая симуляцию и испытания при необходимости. Второе наше решение, о котором сегодня пойдет речь, это Perfect Production или идеальное производство. У нас полный спектр технологической подготовки производства, то есть домен виртуальная фабрика. От планирования производственных процессов на заводе, создания производственного окружения и симуляции движения материальных потоков, до непосредственного создания рабочих инструкций. Ну и, собственно, здесь же операционное планирование, цепочки поставок, диспетчеризация и реализация производства. То есть данными решениями мы устраняем разрыв между проектированием и производством, обеспечивая сквозной процесс в единой платформе. Если взглянуть на решение Perfect Production в виде таблицы, то можно проследить его структуру. Тут имеется планирование цепочки поставок и оптимизация. Это долгосрочное и среднесрочное планирование. Также здесь же краткосрочное планирование,
Дальше технологическая подготовка производства, Delmia Digital Manufacturing, разработка процессов и оборудования, эргономика и робототехника, управляющие программы для станков и симуляция работы виртуальной фабрики. И, собственно, управление глобальными производственными операциями МОМ. Здесь реализация производства и его поддержка. ТАИР, управление качеством и складами и так далее. Можно также увидеть, что решения по бережливому производству и интеграция с оборудованием, управление процессами и требованиями проходят как сквозные процессы, то есть идут совместно со всеми нашими решениями. Итак, что мы предлагаем для задач оптимизации производства? Диспетчеризация производства, оптимизация технологического процесса с учетом оборудования, с учетом персонала, времени установки, инструментов и так далее. Оптимальное планирование производства – это анализ загруженности, балансировка, анализ дефицитных материалов. И планирование ресурсов, синхронизация рабочего заказа с БОМ, реализация многоуровневого БОМа. Что мы предлагаем для реализации производства? Это глобальная МОМ-система Delmia Apriza. Одно из преимуществ, что в Apriza все операции управляются на одной платформе, то есть нет разрозненных приложений, разработанных разными компаниями, что зачастую приобретаются в течение определенного времени, в определенного временного промежутка различными заводами. Это дает ряд операционных IT-преимуществ. Apriza позволяет производственным операциям быть в курсе планового и внепланового обслуживания. События качества могут запускать предупреждения о техническом обслуживании и перемещать рабочие процессы на следующий этап. Это также может вызывать запрос материала, поскольку на стороне линии подается дополнительный материал для замены неисправных компонентов. Благодаря тому, что все операции находятся на одной платформе, производство может быстрее реагировать на незапланированные события. С точки зрения IT, устранение отдельных разрозненных и несанкционированных приложений снижает риски и увеличивает гибкость. Это снижает затраты на обучение, поддержку и обслуживание. Это уменьшает количество интерфейсов, понижает сложность и риски. Что еще более важно, это позволяет IT-отделам быстрее реагировать на потребности бизнеса. Хотел также в двух словах осветить наше решение по бережливому производству. Оно предлагает возможность оцифровки методов бережливого производства в цехах с использованием технологий больших сенсорных экранов. Это позволяет представителям Lean транслировать методы бережливого производства в компании и упрощает прохождение производственных встреч. Решение позволяет упростить внедрение практик бережливого производства, и мы, собственно, можем увидеть, как это было раньше, да, и как это выглядит на данный момент. Давайте теперь посмотрим на некоторые наши внедрения. Компания GBS, лидер по производству мяса в США. Факты о компании вы видите на слайде. Какие задачи стояли перед компанией? Предоставить решение совместное с существующей системной архитектурой компании GBS, обеспечить видимость доступности в реальном времени, обеспечить гибкость для планирования всех продуктов и процессов и возможность учитывать 100% количества животных и обрабатывать тысячи различных единиц и вариантов хранения. Было принято внедрять решение Delmia Quintic, а именно мастер планирования производства. Оно предоставляет полную картину того, как входные данные взаимодействуют друг с другом и позволяет планировщикам иметь актуальную полную информацию. Какая выгода была получена? Благодаря решениям мастер планирования компании удалось связать свой план поставок с операционным планом на нескольких объектах. Ключевым фактором успеха стало построение цифровой модели всех ресурсов и ограничений компании, процессов, людей, данных и так далее. Уменьшили затраты на закупки и сократили производственные отходы. Также компания получила мгновенный доступ к заказам, оптимизировала производственный план и повысила рентабельность, стандартизировала процесс размещения заказа, устранила ручные электронные таблицы и также устранила две устаревшие системы планирования. Следующая компания Pandora, ювелирное изделие, которое продается в более чем 100 странах на 6 континентах мира, примерно в 8 тысячах точках продаж.
Задачи, которые стали перед компанией, это лучшее соответствие квалифицированных специалистов требованиям на уровне технического и оперативного планирования, решение производства и увеличение производительности, соблюдение сроков, а также сокращение времени выполнения заказа. Было принято внедрять решение Delmi Aquintiq. Это принесло следующую выгоду. Сократилось время, затрачиваемое на планирование и перепланировку на 50%. Также сократилось время производства и производственного цикла с 6 недель до 2 недель. Увеличились загрузка производственных мощностей на 10%. Появилась прозрачность и видимость всех затрат. Следующая не менее известная компания L'Oréal поставила перед собой следующие цели. Повышение коэффициента использования производственных активов, в том числе производственного оборудования, повышение качества и производительности при минимальных затратах. Всего этого можно было добиться с помощью глобальной MOM-системы Delmi Apriza, в частности, решений по управлению качеством и реализация производства. Для этого необходим контроль и наблюдение за производительностью и материалами в режиме реального времени на всех имеющихся площадках компании с помощью стандартизованных и передовых методов. Благодаря данному решению компании удалось увеличить эффективность на всех заводах на 20%, повысить качество продукции и снизить претензии к качеству на 90%. Поставщики упаковки получали следующие возможности и выгоду от внедрения наших решений. Это управление большой продуктовой линейкой, увеличение производительности завода и сокращение вывода продукта на рынок, сокращение количества брака и синхронизация производственных планов и потребностей в материалах. Еще один наш клиент, British American Tobacco, обеспечил рост ассортимента на 300% и создал быстросменное производство для удовлетворения потребностей любого заказчика. Сократили отход сырья из складских запасов, обеспечили соблюдение требований и проверку процессов на обслуживаемых рынках. Это далеко не весь перечень наших клиентов, о которых мы можем говорить долгое время. Коллеги, давайте подытожим, какую ценность дает наше решение для оптимизации и реализации производства. Первое. Аналитика в реальном времени для эффективного принятия решений и перепланировки дает возможность увеличить количество заказов в срок, обеспечить своевременность доставки и необходимую степень комплектования заказа. Все это повышает прибыльность компании и удовлетворенность клиентов, так как вы всегда выполняете свои договоренности с ним. По реализации производства вы получаете полный контроль и синхронизацию всех выполняемых в производстве операций. Тем самым растет эффективность производства, уменьшаются затраты на выпуск качественной продукции, уменьшаются товары в обороте и переработке. Сокращаются складские запасы благодаря налаженному процессу работы складов и работы под заказ, а не под склад. Ускоряется внедрение новых продуктов за счет решения производственных проблем до реального запуска производства. В конце хотел бы сказать, что наши решения по планированию и управлению производственными операциями позволяют решить множество задач производства. Но подбор необходимых продуктов происходит всегда, исходя из конкретных задач и запросов заказчика. Поэтому мы с радостью поможем вам подобрать необходимое решение и ответим на ваши вопросы. С нами можно связаться через сайт или почту нашей команды. Спасибо вам за внимание.